АСМР первый, и я его ведущий Виктор. Для тех, кто впервые на канале АСМР первый, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Вот, а сегодня у нас довольно-таки интересная тема. АСМР болталка. Я вам, скажем так, расскажу, поделюсь своими мыслями по поводу вакцинации, которая сейчас проходит. Вы готовы? Тогда мы начинаем. Поехали. В общем, а у нас сейчас в Оренбурге, так же как и в других регионах, мелких городах, а происходит, скажем так, вакцинация населения. Вот, всем поставили задачу вакцинировать хотя бы 60% именно среди тех, кто сейчас работает, вот, а кто хочет работать. Вот, и, скажем так, а вот эта добровольная вакцинация, про которую там по телевизору несет старый дед, которого все прекрасно знают, наш президент Российской Федерации. Вот, на самом деле никакой добровольной вакцинации нету. Естественно, за камерами, когда телевидение уже его не снимало, он сказал, чтобы никому не давали медоотводы, которые дают для того, чтобы человек не вакцинировался от этой заразы. То есть врачам дали внегласную такую, скажем, команду не давать медоотвод и прививки делать абсолютно всем. В том числе и беременным девушкам, уже доказывают, что на беременных это никак не отразится, и уж тем более на детях. А медоотводы врачам сказали не давать вообще, даже вот сколько, вот сейчас знаете, что происходит. Человек, который уже переболел этой заразой и идет прививаться, он умирает. Человек, который не болел, он прививается. Я не говорю сейчас про всех абсолютно. Но есть люди, которые реально прививаются от этой заразы. 2 недели инкубационный период. А потом начинаются осложнения. То есть у человека все хронические болячки, даже о которых он не мог подозревать и не знал, начинают обостряться до такой степени, что наступает у человека летальный исход. Человек бы просто умирает. Вот, я сейчас ни в коем случае никого не отговариваю от вакцинации. Вот, не веду, скажем так, прям жесткой агитации, там, что не вздумайте, там. Ребята, это дело добровольно. Если вы хотите добровольно, да, вы идете спокойно и вакцинируетесь. Это ваше дело, вам никто не вправе запретить. Это ваше здоровье, это ваш иммунитет. А вот сколько сейчас говорят, да, что человек, когда делает эту прививку, у него иммунитет просто сдает позиции, и человек не может справиться даже с элементарной простудой, такой как вот ОРВИ. Это самое вообще простяцкое. Я в детстве болел этой болезнью, блин, каждую неделю. Ну, конечно, не совсем болел, когда в школе учился. Но об этом история умалчивает. Но на самом деле я довольно-таки часто болел ОРВИ и ни разу не умер. Вот, а сейчас, если, допустим, я вакцинируюсь, то мне уже никто гарантий никаких не даст. Реально заключение будет: умер от ОРВИ. Никто не скажет настоящей причины смерти человека.
себе содержит ВИЧ. Если вы знаете, что такое ВИЧ, то я думаю, вам объяснять не нужно, почему, например, я боюсь эту вакцину себе делать. Я категорически против этого. Я сразу говорю, я увольняться буду, если только вот прям заставлять начнут. Я прям сразу уволюсь. Даже раздумывать не буду насчет этого. Вот, а для тех, кто не знает, что такое ВИЧ, обязательно в интернете загуглите и почитайте. Потому что между нами, так говоря, скажу вам по секрету, только никому не рассказывайте. ВИЧ. Следующая стадия после ВИЧ – это уже летальный исход, смерть. У человека иммунитета нету. И он просто зашел в автобус, вдохнул, чихнул и умер. То есть зараза поступила к нему в организм, да. Последнее, что он успеет сделать, это чихнуть, грубо говоря. Но он заболел, все. Чем непонятно, но человек просто умер. Но это я так образно, на самом деле, конечно, нет. Но это я так образно говорю. На самом деле, конечно, нет. Человек поживет сколько-то часов там, минут. Может быть, даже день там, два. Суть а в другом, например, я, короче, для себя рассмотрел такой вариант, что я категорически не буду вакцинироваться. Потому что в моей жизни всякого говна хватало. Всякого дерьмища. Еще я добровольно себе буду вгонять ВИЧ-инфекцию и какой-то ДНК летучей мыши. Зачем оно мне надо? Я что, идиот? Или что? Ну вот я так рассуждаю. Вы, конечно, не смотрите там на мое мнение с моими наблюдениями, потому что сколько людей, столько и мнений. Все мы люди, и все мы абсолютно разные. Мы абсолютно все не похожи друг на друга. Поэтому, ребята, не смотрите на то, что сегодня сказал я. У меня просто, скажем так, сегодня была такая цель сделать просто АСМР-болталку, где я просто с вами делюсь своими наблюдениями, вот, своими мыслями. Так что, ребята, все остальное за вами, естественно. Вот, а сейчас скажу, у нас на работе, ну, где я сейчас работаю, работает группа быстрого реагирования, вот КБР называется.